Ну вот, допустим, я тебя сейчас назад потянул. Ага, ну вот так потянет. Да, ты же не вперед наклоняйся просто. Да, умничка, умничка. Сильно сейчас не потянет, ветер не сильный. Просто чтобы, понимал, по ощущениям, чтобы не пугалось. Хорошо? Точно готова? Да. Может, а я должна бежать, да, вместе с вами или как? Следуем четким инструкциям пилота. Я скажу, куда бежать. Ну, главное, не садись раньше времени. Угу. Будь на ногах. Хорошо. Пару шагов вперед. Сейчас расправим. Ну, я старый. Ой, не надо, ну я подниму на ногу. Вон еще поду. Поду и сейчас надо подойду. Сейчас поточек подойдет. Знаешь, мы же девчонки с пельмени скатали. Да. Ой, мамочки. Довольны.